Тут мы удалили на руках почти 30 липом у пациента. Сколько? 29, по-моему? 21. А, 21. Это мы другую почти 30 убрали. 21 липому убрали. Вот. И сейчас пациент пришел снимать швы. Сейчас потихонечку все снимем. Вот. Ну, я весь процесс от и до снимать не буду на видео, потому что все это примерно одинаковое. Вот, покажу, как вот три шовчика снимаются. Это швы по альговеру, поэтому снимать их надо очень тоненьким инструментом. Вот тогда мы ниточку уберем полностью. Если случайно срезать грубым инструментом обе нитки под узлом, то можно шов там оставить. Поэтому приходится немножко нитку подтягивать, что может быть немножко больновато при снятии швов. Вот так вот руку положите. Вот ниточка полностью вышла. Ну, потом снятые швы заклеиваю маленьким пластырем дермопласт. Который пациент вечером снимает. И, в общем, больше уже не заклеивать, не мазать не нужно. Ну вот, а все остальные швы будут сниматься точно так же.